Да, да, она не знаю, она. Они. Это было 24 февраля 2022 года. Тут в магазине было очень много людей, то есть это было, ну, больше 50 человек это точно было, и на улице люди стояли, услышали хлопок, ну, все, что я помню, это был хлопок, потом крик, что ложитесь, и сверху сыпятся осколки. На улице стоял мужчина, ждал жену, его убило осколком, это был первый залп. Узнали мы об этом уже, когда немножко начали все вставать, выходят, смотрят, что он лежит, там кровь. Это был первый раз, потом, я не помню, сколько времени прошло, но были вторые удары, были вторые хлопки. И то же самое, мы уже тогда побежали прятаться туда, за магазин. Ну, людей было очень много. Спускался на Новой почте со второго этажа, искал посылку выдать человеку. И вдруг начался какой-то обстрел, все мы забежали в укрытие под лестницу. После этого произошла тишина. Не какое-то время мы выждали, что было на улице в этот момент, я не видел. Мы только слышали, погас свет, сразу интернет пропал у нас. И руководитель сказал, что все, мы закрываемся, говорит, давайте быстро переодевайтесь. Я переоделся, сел на велосипед и начал быстро по этой тишине ехать домой. Но не успел доехать до вот этих вот домов высотных. И вот это место, где начался обстрел. То есть велосипед, шины все, спицы поразлетались, получил сквозное ранение. Я еще не увидел, куда я что получил. То есть я уже чувствовал где-то в руку, что там с ногами, не видел. Но после этого скорая тоже кого-то забирала, подъехала вовремя, когда вызвали, и увезли, хотел я переждать, но нас увезли в военный госпиталь, а оттуда перевезли в больницу областную. Вот как бы так, лечился я там чуть меньше месяца, потом опять пошел в укрытие, то есть лечился так, чтобы ничего не текло. Ну, меня все равно выписали раньше, потому что людей очень много, чтобы я не занимал лишнюю койку места, каждый день привозят раненых, и как бы вообще, ну, рука, да, сквозное ранение в руку, сквозное в грудь, на вылет, по ногам немножко задело, незначительно, но в основном основные раны — это грудь и рука, то есть все это кассетные бомбы, непонятно что. Да, дорогие, смотрите, я здесь с первых дней, как началась война, я с первых дней здесь. И я был в тот момент, когда здесь происходили взрывы, и это было неоднократно. Я даже был очевидцем, да, как именно что снаряд, он летел. Я смотрел в окно, я видел, как оттуда летит снаряд, и он там дальше приземлился, и там был взрыв. Это также сюда летели кассетные бомбы, попали на крышу с одной и с другой стороны. На улице стояли машины, машины вышли из строя. Мою машину также подбило, было 10 проникновений в машину. Ну, машина рабочая, одна машина вышла из строя. Смотрите, вот когда произошел взрыв, здесь немножко в округе, это кассетные бомбы, они здесь разлетались кругом на большом расстоянии. И было поражение очень многих домов, но за территорией был взрыв. Это также вот этот взрыв произошел здесь, именно что там в коридоре, и сюда немножко прорвало, и сюда, что мы видим, если на полу здесь было множество осколков. Если бы не успели, потому что мы видим и на кресле, и на диване, там кругом были осколки, то, что происходит.
произошло, и это милость Божья, что мы не пострадали. Вот это очень маленькие осколки. Очень маленький. Есть гораздо большие осколки. Вот этот маленький, он вроде бы маленький, но пронизывает насквозь. Стену проходит и пробивает, и еще поражает какую-то живую душу, то, что находится.